Round.
Дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Если заразиться, ей хана, а дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Что вы творите? Простых людей убиваете! Коммунисты называются! Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии. А вы все заражены. Вот-вот. И прекращая ваши мучения, мы как раз спасаем простых людей и всего остального мира. Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Да ладно тебе, сам подохнет. Эй! Я уже, похоже... Так что, слушай. Красные знали... Знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже с огнеметами. Да-то они... Больше некому. Как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи. Это они. Они... Thank you.
раскладе. Выполнять. Есть, товарищ лейтенант. Вот козел. Эй, ничего, скоро смена. Полезного. Каски стальные. 6 штук. Противка. Черт подери!
Что там? Сквозняк все же. Капитан Ржавин. Так и простыть недолго. Сцепило. При попытке штурма кольцевой преследовал зараженных. Открытая рана. Брюшина. Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Думаю... Убит! Тревога! Убитый! Тревога! Может, ушел? Все же видно, послышалось. Внимание! Зажигательное! Ах ты ж! Ёхала мене! Тревога! К бою! У нас гости!
Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что ж, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Делаешь? Так точно. А что за девку повели? Да это Лесницкого бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. А вообще не так все и плохо. Стоишь себе, тихо, спокойно. Начальство далеко, еще бы закурить. Бежи, Полина.